Александр Сергеевич Пушкин. О, люди, все похожи вы на прародительницу Еву. Что вам дано, то не влечет, вас беспрестанно змей зовет к себе, к таинственному древу. Запретный плод вам подавай, а без того вам рай не рай. И мои ассоциации на это стихотворение. И снова я прислушаюсь к себе, куда влечет меня закон свободной воли. Ты внял моей отчаянной мольбе, и я у ног твоих, и нет счастливей доли. Соблазны поиска влекут неведомо куда, и ощущение праматери вкусит запретного плода. От счастья полного, чтоб не было застоя, бросает провидение в ад, и снова жажду я душевного покоя. Спасибо.